Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Сегодня я на своем канале запускаю вторую версию платной подписки для тех людей, которые хотят, во-первых, поддержать меня, во-вторых, сэкономить свои деньги на донате. Сегодня в этом видео я собрал абсолютно все способы того, как вы можете сэкономить на донатах в игре и не только. И для тех людей, которые не занимаются донатом в игре, для вас я разыграю два праздничных пакета осенних, которые у нас сейчас присутствуют на этой неделе, за которые вы получите гемы, орбы, свитки и 45 миллионов золота. И самое главное, вы получите 1000 VIP-опыта, которые поднимут ваш VIP-уровень, если у вас, к примеру, вообще нету VIP-а, сразу на VIP-2 и почти будет VIP-3. Две карты вот такие я разыграю. Для того, чтобы принять участие, вам нужно всего лишь подписаться на канал, поставить палец вверх под этим видео и написать абсолютно любой комментарий. Итоги розыгрыша я подведу до следующей пятницы, так как нам нужно его еще приобрести. Сразу хотелось бы отметить, ссылку на данную страницу вы найдете под всеми моими видео, спустившись в описание, нажав кнопку «Еще», и здесь как раз таки будет с красной иконкой платная подписка и ссылка на данную страницу. Итак, теперь давайте по пунктам, значит, полный расклад по донатам. Самое первое, донат в системе Android без ограничений с экономией до 58%. Не распространяется на особый пакет роста, это начальные паки, когда вы стартуете, вам там предлагают какие-то приколюхи для новичков, вот на вот это не будет распространяться скидка. И также на раздел привилегии, это тот раздел, в котором вы покупаете золотую подписку, подписку с гемами, вот эти стандартные месячные карты и так далее. На это также не распространяется. Этот способ все знают, риска никакого нет, так как вы сами донатите. Для платных подписчиков просто закрытое видео как бонусом от меня. Далее самое интересное. Вот для людей, которые играют на iOS, это впервые вообще скидка, которая присутствует на iOS. И помимо этого также на Android, учитывая даже те донаты, которые не охватывает первый способ. То есть здесь будет работать и месячная карта, и все остальное. И будет работать не только в Idle Heroes. Здесь у нас есть минимальное ограничение, это донат от $50. То есть я сейчас начал сотрудничество с одним сервисом, и они работают по минималке от $50. Так вот, если вы покупаете, к примеру, условно говоря, 4 месячные карты стоимостью в игре в $60 или же 4672 рубля, то стоимость со скидкой у вас составит 3000 рублей. То есть эта экономия в зависимости от курса примерно 1600 рублей. В таком случае карта выйдет, одна месячная карта большая, выйдет в 750 рублей. Ну и соответственно все абсолютно донаты в игре, на которые не распространяется скидка из первого способа, вы сможете получать со скидкой со второго способа. И самое-самое крутое, это работает на iOS устройствах. То есть там, где вообще никогда не было никакой скидки. По поводу риска я написал минимальный, потому что данный человек давно работает с этими донатами. Он знает, в какой игре банят, в какой игре не банят, за что и почему. Но так как это доначу не я, а другой человек, поэтому я не могу гарантировать, что ничего не произойдет с вашим аккаунтом. Только поэтому здесь риск указан минимальный. С большой вероятностью у вас ничего не будет. Но никто не застрахован, и это все делается на ваш страх и риск. Идем далее. Возврат ваших донатов на банковскую карту. Что это такое? В зависимости от той платформы, на которой вы играете, на Android это можно сделать за последние 120 дней, на iOS за последние 60 дней. Возвращаются абсолютно все ваши донаты, которые вы вкладывали в игру. То есть вы что-то покупали на протяжении этого срока. И если вы, к примеру, хотите забить на игру, вы можете вернуть абсолютно все эти деньги к себе на карту. 100% суммы. Также сразу хочу отметить, что те способы, которые вы найдете в интернете в открытом доступе, ни один из них не поможет вам вернуть, реально вернуть большую сумму денег. То есть с помощью данной услуги можно вернуть хоть 100 тысяч рублей.
Если же вы попробуете сами это сделать, то у вас возникнут проблемы даже с возвратом одного платежа. Поэтому сразу совет от меня, не пробуйте сами делать возврат, потому что если вы попробуете хотя бы раз, вы снизите шанс того, что вам вернут реально 100% суммы. Поэтому если вы реально хотите вернуть свои деньги, то не смотрите эти гайды в открытом доступе на YouTube. Но после этого вы платите процент за данную услугу. То есть на Android это 40% от общей суммы возврата, на iOS это 30% от общей суммы возврата. Результат такого действия это 100% бан вашего аккаунта. То есть не думайте, что вы задонатите кучу денег, откатите себе эти все деньги и будете дальше продолжать играть. Нет, это так не работает. Сейчас все разработчики об этой теме уже знают, и они просто зачастую банят ваш аккаунт. Поэтому это можно делать только в том случае, если вы окончательно решили забить на игру. По поводу предоплат и всего остального. На данный момент никакой предоплаты нет. То есть вы просто обращаетесь ко мне, если вы решили забить на игру. И после этого вы перечисляете процент, который мы с вами обговорили. Но это будет работать только до первого кидалова. Так как у всех сейчас закралась мысль, а что если не скинуть процент, который был оговорен? Друзья, сразу говорю, без предоплаты будет до первого кидалова. После первого кидалова будет браться предоплата, чтобы больше на таких умников не попадаться. Также помимо этого вы должны знать, что возвраты вы можете сделать только тех донатов, которые вы донатили сами. То есть, если вы начинаете пользоваться вторым способом, то уже возвраты произвести нельзя будет. То есть, если вы вдруг надумали через какое-то время забить на игру и вернуть деньги, то не донатьте через второй способ. Через первый можно. Также это учитывайте. Также помимо этого, закрытый телеграм-чат для платных подписчиков, прямой контакт со мной в телеграм. Это для тех, кто хочет, чтобы я посмотрел ваш аккаунт, что-то подсказал, задать мне вопросы и так далее. Далее, подписка навсегда, и данная подписка будет стоить 300 рублей. То есть до этого я делал цену в 500, сейчас она будет в 300. Итак, друзья, каким способом можно оформить данную подписку? Все делается очень просто. Во-первых, вам нужно зарегистрироваться в Телеграме, если у вас еще его нет. Обзавестись своим ником. Ник можно найти в настройках. Я у вас на экране покажу как. На самой странице указать ник Телеграма. Далее выбрать сумму. Сумма здесь сразу стоит минимальная, 300 рублей, то есть вы меньше не задонатите. И в сообщении, я не знаю, что-то требуется в сообщении или нет. Если что-то потребует, можете вбить еще раз свой ник Телеграма и нажимайте кнопку подписаться. Здесь есть абсолютно все способы оплаты, вот вы видите их на экране. Это специально я сделал так, чтобы вам было удобно донатить абсолютно со всех способов, которые у вас есть. Тут даже вон криптовалюту принимают. В общем, есть абсолютно все способы. Все, друзья, в первую очередь это сделано для людей, которые хотят сэкономить свои деньги, возможно, пообщаться со мной и поддержать канал. Для тех, кого это не интересует, просто участвуйте в конкурсе. Всем огромное спасибо за просмотр. Поддерживайте пальцами вверх, пишите ваши вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео.